Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Друзья, ну кто же не любит борщ? Наваристый, вкусный. А знаете ли вы, что к борщу можно сделать очень вкусные бутерброды? И для этого нам нужна будет намазка. Сегодня я вам покажу рецептик таких бутербродов с великолепнейшей намазкой. Готовим! Берем соленое сало без мясных прожилок. Срезаем шкуру. И нарезаем его небольшим кубиком. Зеленый лук также нарезаем. Отправляем сало в чашу блендера. Туда же крошим 4 зубчика чеснока. Добавляем копченую паприку. Немножко свежемолотого черного перца. И зеленый лук. Пробиваем все в блендере. Вот и все. Намазка готова. Аромат волшебный. Осталось сделать бутерброды. Для этого нарезаем ржаной хлеб. Я повыпендриваюсь, сделаю из него вот такие треугольнички. На сухой сковороде слегка подсушиваем. Если вы делаете целые куски хлеба, то можно его подсушить в тостере. Намазываем на хлеб, как это странно не звучит, намазку. Посыпаем мелко нарезанным укропом. И подаем к борщу. Консистенция у этой намазки как будто сливочное масло. Его намазываешь на хлебушек. Чесночный аромат. Ребята, это так вкусно. Это так великолепно подходит к борщу, что обязательно стоит приготовить. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока. Бурмикс.